Проблему с нехваткой медицинских масок в Карагандинской области обещают решить в ближайшие дни. В регион завезут 90 тысяч защитных средств, ими в первую очередь обеспечат 36 социальных объектов. Аптек. На карантине сегодня находятся 12 жителей области. Они прибыли из стран, где зарегистрирован коронавирус. Напомню, что полная изоляция гарантирована тем, у кого при осмотре выявят симптомы инфекции. Пока все 419 инфекционных коек в регионе пустые. Выделено и свыше 1000 обсервационных мест, куда помещают пациентов без признаков простуды. Ранее туда выписали пассажиров рейса Дубай-Нур-Султан. Они оказались под наблюдением медиков, потому что на борту самолета находились два гражданина КНР. У 23 карагандинцев результаты на вирус оказались отрицательными, пояснили в облздраве. У нас на домашнем карантине и в провизорных стационарах находится 12 граждан, из них 11 граждан Республики Казахстан, один иностранный гражданин. Они прибывают с Южной Кореи, кто-то находился на лечении, кто-то находился на трудовой миграции. Мы их сразу же госпитализируем в наш стационар. Это режим, который необходим в нынешних условиях. После завершения 14-дневного карантина медицинские работники еще в течение 10 дней будут проводить обзвон и узнавать о состоянии здоровья гражданина.